Привет вам, дорогие подписчики и гости нашего семейного канала. Продолжаю серию видео «Почему Манитоба?», что в ней такого интересного. И сегодня я хочу поговорить о такой особенной традиции для Манитобы. Это чисто манитобская традиция – организовывать предсвадебные вечеринки, как здесь они называются, social. I'm lost without you. Что это значит? Это когда молодая пара, когда они решили пожениться, организовать свадьбу, они организовывают перед этим такую предсвадебную вечеринку, куда приглашают много разных своих друзей и просто чужих людей. Они продают билеты на эти вечеринки. Обычно они стоят в среднем где-то $10. То есть это место, куда вы можете прийти, вообще не зная этих людей вообще. То есть они продают даже чужим людям. Суть этого, для чего это все делается? Для того, чтобы собрать деньги на свадьбу. Собрать деньги, может быть, какие-то подарки, чтобы оплатить часть расходов для свадьбы. Что происходит на этой вечеринке? Делают просто, ну, какой-то легкий перекус, танцы, разные, может быть, развлечения и, конечно, розыгрыш различных призов. Обычно ваш билет, то, что они собирают деньги, они покупают призы, ценные призы. Это будут и телевизоры, и барбекюшницы, ну, все что угодно, все, что они захотят. Ну, то есть часть денег уходит на то, чтобы немножко покормить гостей, подарить им призы, а все, что сверху остается, это уже молодая пара пускает на то, чтобы покрыть свои расходы на свадьбу. Ну вот такая прикольная, интересная традиция. И все, что интересно, что туда могут приходить, спокойно могут приходить люди вообще, чужие, не знающие этих молодых людей. Вы можете прийти, познакомиться, билет, в принципе, дешевый. Если там $10, да, вы еще что-то можете выиграть, можете познакомиться с новыми людьми и вот, и помочь этим людям, соответственно. Это, в принципе, все на сегодня. До встречи в следующем видео. Хорошего вам настроения.